Гурк атакует, подача, опасный момент. И какой эпизод у ворот Андрея Лунева, который подвергается критике за не очень выразительную игру в этом сезоне, за ошибки. Иванович неудачно играет, опасно, удар по воротам, снова Лунев. Впрочем, здесь Терехов бьет, и какой момент! Здесь мяч едва не нырнул в угол ворот Андрея Лунева, но после своего спасения теперь уже немножко удачи Андрею Луневу требовалось. И Владимир Федотов один. Хороший удар, он его готовит, и он бьет, и еще один сумасшедший момент. Хотя Ярослав Ракицкий поднимал руку, снова Андрей Лунев выручает свою команду. Был даже небольшой рикошет от Бариоса.